Мюнхенская солянка один раз. А где шеф? Просто Спартак проиграл Зениту. И шеф сегодня немного не в форме. Нет, ну а что? А мы сами вместо него не сделаем? Конечно сделаем. Инвалиды, что за вонючую похлебку вы сварили? Это творческая солянка. Вы летите помои. Сейчас я вас научу готовить. Когда-то давно в каком-то занюханном детском лагере в 85-м году я научился делать правильную творческую солянку. Так вот, для настоящей солянки нужны... Во-первых, настоящие спортсмены. Давай, Россия, давай, Россия, давай, Россия, давай, Россия, настоящие танцоры! И, наконец, самые обычные люди. Вот оно какое наше лето, лето ярко зеленью одето, лето жарким солнышком согрето, дышит лето ветерком. Шеф, как вкусно! Подожди, куда руки суешь? Это еще не все. Чтобы блюдо приобрело свой настоящий изысканный аромат, здесь не хватает еще двух важных ингредиентов. Приятного аппетита!